Такая у нас теперь огромная семья. Да, скажи, это я. Доброе утро, мои дорогие. Проснулась, а у нас пришел циклон. Похолодало, 12 градусов всего. Ветер. Он уже, вот это дерево вообще уже практически без листьев. А с ногами-то нехорошо. Скажи, а мне хорошо. Скажи, зато все мое. Ты не очень тебе нравятся, да, вот эти вот скачки? Ну, ты же взрослый парень-то. А они, видишь, как носятся, я даже их снимать не успеваю. Скажи, меня зовут Момо. Момо, по-японски персик. Думали, как назвать, все-таки. Да, все-таки персик. Потому что ему по цвету подходит крем-бруле, но это не выговаривать. Это же надо, 2 дня рычал на него. Вчера еще рычал. И все, а за ночь прям у них дружба фройндшафт. Филь устал. Устал мальчик. Филя на фоне Момо такой прям взрослый, большой. Маленький молодец, ходит в туалет. Все как надо. Ой, их можно снимать целый день. Коба пришел посмотреть, да, чем они занимаются. Порывы такие. Ой-ой-ой. Вот и пришла осень с ветрами. Все качается. Сейчас навалит листьев мне. Зизифус я не собрала весь. Ну а что делать? Конец октября. Пора. Кстати, скоро Новый год. Я вот червивые орехи. Ну, вот такие вот. Вот такие вот. Я их не выбрасываю. Они потом, все это отсохнет, я почищу ножичком. И скорлупки тоже, когда вот мало было орехов, я их склеиваю и крашу. Вот золотой краской красила. Скоро Новый год, не успеем оглянуться. Что осталось? 2 месяца. Кстати, смотрела тут про новинки к Новому году в Икее. Ну, у нас-то ее, понятно, нет. Но там в городах, в которых есть, все украшения новогодние золотого цвета в основном. Ну, золотой, красный, синий. Так что мои орехи тоже пригодятся. Вот так наши коты едят цветную капусту. Да. Да ешь, ешь. Ну, собственно, капусту-то только Коба любит. Да. Так, и мелкий пошел. И мелкий. Мелкий. Момо. Момо. Тоже ест. Интересные вы. Как будто есть нечего. Рычит, еще не подпускает. Так вкусно. Наверное. Такая вкусная капустка. Ну вот, кончается день. И дождик все-таки разошелся. Сегодня ко мне в гости приезжала Оксана Кормчикова. Наконец-то. 1,5 года уже общаемся практически. Ни разу не виделись.
приехала с подружкой. Она сама-то Оксанка замечательная, девчонка такая. И подружка у нее Лера, ну такие вообще, зажигалки. Ой, я прям так рада. Отдала ей картиночку, которую она выиграла в розыгрыше. Ну прям, ну очень прям, так приятно. Ну еще и дождик пошел. Ну день прям удался. Здорово. Ну пока-пока, мои дорогие. Спокойной ночи всем.